Наверное, каждый человек в своей жизни задается вопросом, что такое счастье? Счастье нельзя потрогать, нельзя ощутить его запах или вкус, но заметить его нетрудно. Счастье — это любить и быть любимым. О любви поют песни, составляют стихи. Говорят, без любви жизнь ничего не стоит. И никто не может определить, что это за чувство, которое захватывает человека и делает его счастливым. Когда ты чувствуешь тепло, радость, когда проводишь с человеком все время и знаешь, что ни одна минута не потеряна впустую, когда хочется быть рядом снова и снова, это и есть любовь. Любовь – самое прекрасное чувство на земле, дарованное человеку свыше.